Видеорегистратор Garmin Dashcam 65W получил сверхширокоугольную оптику, 180 градусов по диагонали. Благодаря этому он сохраняет сведения о событиях, происходящих на 4-5 полосах магистральной дороги и даже на обочинах. С ним от внимания водителя не уйдет ни одна деталь. Разрешение Full HD позволяет различать номера автомобилей, особенности разметки и знаки на расстоянии до 20-25 метров. Удобное управление. Для настройки регистратора достаточно воспользоваться смартфоном с фирменным приложением Wirb. Он может передавать видео через Wi-Fi и копировать важные файлы в память мобильного девайса. При управлении устройством на ходу водителю не придется отрывать руки от руля, нужно только произнести «Окей, Garmin» и дать соответствующую голосовую команду. Спутниковый модуль. Встроенная антенна GPS значительно облегчает разбор сложных происшествий, дополняя видеозаписи с сведениями о координатах, скорости и направлении движения автомобиля. Кроме того, она позволяет заблаговременно узнавать о наличии полицейских радаров и камер наблюдения на дороге. Функции безопасности. Устройство автоматически блокирует файлы при столкновениях и контролирует обстановку на парковке, начиная съемку при обнаружении движения. Кроме того, оно может вести запись даже после отключения провода, получая питание от встроенного аккумулятора. Регистратор также предотвращает возникновение аварий, предупреждая водителя о пересечении сплошной линии разметки и о приближении к едущей впереди машине. Абриндё. С самого своего образования в 1989 году Garmin ставила себе целью создания простого и надежного навигационного оборудования, способного упростить жизнь своим владельцам. Следуя принципам исследований, комфорта, эффективности и качества обслуживания, фирма добилась этого и всего за несколько лет стала огромной корпорацией со множеством филиалов и тысячами работников по всему миру. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.